Но Декстер всех съедает, а Макс просто убивает. Здесь на самом деле просто как-то фамильные ценности. Такой классный, ты за замуж вышла ведь. Молодец какая. Всем привет, мои дорогие друзья. Сегодня у нас суббота. Я тут готовлюсь к приходу девочек в гости. Купила цветы такие, 3 штуки. Сейчас поглажу скатерть, потому что стол у нас так себе, помните, да, у него там разные сколы есть. Поэтому постелю скатерть на стол и буду делать закусочки. Что у нас сегодня в меню? Во-первых, много заморозки я покупаю из специального магазина, который продает только заморозку. Вот такие вот штуки разные. Улитки. Но это мне просто захотелось даже попробовать, как они там делают их. Интересно. Мини-чизбургеры. Мини-киши. Также здесь вот эти вот штучки оттаивают. Посмотрите, какая красота там у них. Как они делают красиво. Вот. Потом мы будем делать суши. Вот у меня здесь лосось для этого. Это Le Rhum, такая маленькая икра. Она не только пойдет на суши, а еще и на другую закуску. Крабовые палочки это тоже для суши. Это, что у меня здесь еще? Клубника, виноград, сыр есть. И вот этот, кстати, тоже сыр, который я привезла из Дубая, а потом нашла здесь его в магазине. Чили остренький должен быть. Вот попробую. Что у меня тут еще? Лосось на огурце будет. В общем... И надо мне немножечко почистить холодильник, чтобы можно было туда все убрать, чтобы это было поаккуратнее. Ну вот, работы много. Сейчас включу какой-нибудь видосик на YouTube, буду все это делать. Приступаем. А еще, кстати, у нас явно пришла весна, потому что ожили все пауки, проснулись. В общем, я сегодня двух... Вчера одного спасла, я их выкидываю на улицу. Сегодня двух... нет, одного спасла, одного не успела. Он где-то там прячется до сих пор. И еще с утра мне, по-моему, Макс принес дохлого паука в кровать. Это вообще подарок. Просто подарок мне за все время, когда я его кормлю, чешу, мою. Вот что заслужило, как говорится. Мне очень повезло, что я не боюсь пауков. Я, конечно, не могу их вот так вот трогать, но у меня нет, вот, например, таракана. Я бы не смогла спасти ни одного таракана. Мне даже аж от слова тараканы не очень хорошо. А пауков как я спасаю? Я накрываю их вот так вот стаканом, потом снизу под стакан просовываю картонку. У меня специальная папка аж, она потому что такая плотная для того, чтобы спасать пауков. И выношу на улицу, выкидываю. Но не всех успеваю, потому что у меня тут все-таки 3 охотника. Дженни их не убивает, она просто, знаете, так лапкой накрывает, открывает, бегают. Такая вот у нее игра. Но Декстер всех съедает, а Макс просто убивает. Но, видимо, и мне приносит. Декстер, не подводи меня сегодня, когда гости придут. Можешь, пожалуйста, не запрыгивать на стол? А, Декстер, цветовод ты мой. Можно, пожалуйста, сегодня не прыгать на стол, хорошо? Пусть только люди там сидят. У меня готов стол. Смотрите, как цветочки классно смотрятся. Какие же они красивые. Это, наверное, вишня. Ну, не знаю. Может быть, похоже на вишню вроде бы цветочки сами. Вот. Тут у меня готово, значит, бокалы для шампанского, клубника. И в холодильнике... Вот всякие закуски. Огурец, Филадельфия, рыбка. Это вот все из заморозки. А здесь скагенрёра с креветками, салатик. Сверху вот эта вот маленькая икра в таких корзиночках. И здесь печенье, сыр, виноград. Ну, еще я запеку. Запеченные, в общем, закуски будут, но это попозже. Пока просто нарезала. Вот. А здесь, значит, для суши, что мы будем делать?
Сюда будем складывать готовые суши, рис заранее сваренный, нури, тут васаби. И в холодильнике тоже у меня уже стоит специальная корзиночка для суши. Какая красота! Кстати, смотрите, какая клубника сейчас я. Посмотрите на эту варежку. Классная? Всем доброе утро. Вечеринка окончена с девочкой. Мы сидели до 2:30, наверное. Ну, прям, или до 1:30. Ну, прям в ночь ушли. Сидели, болтали за столом. Ели суши, которые нам Катя нежно накрутила, приготовила. Катя с Юлей это все готовили. Вот, а я и еще одна Юля сидели и смотрели за всем этим действием прекрасным. И потом наслаждались результатом. А я тут включилась, мне стало очень интересно получить такие ответы от вас. Я подписана на Татьяну Лазареву в Инстаграм. И у нее вышел такой пост, там было два вопроса, где она своих подписчиков, на которые она своих подписчиков просит ответить. И мне бы тоже было интересно услышать от вас ответ по поводу меня на эти вопросы. Первый — это кем бы вы взяли меня на работу? И второе — чему вы хотели бы от меня научиться? Прям очень интересно. Если у вас есть какое-то мнение, пожалуйста, напишите в комментариях. Было бы очень круто что-то побольше о себе узнать. Как меня видят другие. А я, значит, завтракаю, доедаю вчерашние штучки, закусочки, которые мы не съели. И попозже поеду встречать мужа из аэропорта. Возвращается наконец-то из Финляндии. Смотрите, кто тут у меня спит. Что это за зайчка сладенькая? Это что за красоточка такая? Нет, тут вернулся муж, я его встретила из аэропорта. Смотрите, какую он привез коробку из Финляндии. Здесь на самом деле просто как-то фамильные ценности. Все. Серебро, столовое. Посмотрите на это. Его нужно почистить, им давно никто не пользовался. И это еще не все. В общем, его мама начала все это собирать, когда ему было 18 лет. Очень долго все собирала. Не сразу все купила, а вот именно докупала периодически, потому что это, конечно, дорого. Все это серебро. И... В общем, я прям в восторге. Тут такие штучки. Я даже не знала, что такие бывают. Вот, например, где она? Где моя любимая? Вот это вот. Угадайте, что такое. Угадайте. Вот сначала напишите в комментариях. А теперь я расскажу. Это для того, чтобы вытаскивать картошку вареную. Вот. Она стоит в чашке для вареной картошки. Берешь и к себе в тарелку. Это же супер. Для меня, для любительницы картошки особенно. Ну, очень классно. О, такая красота. Посмотрите на эти кольца для салфеток. Здесь тоже другие кольца поменьше. Эти штучки, чтобы кусочки сыра... Макс, не кричи. Кусочки сыра натыкать и есть. Такое ощущение, что он вообще как будто для маленьких свечек на самом деле. Каких-нибудь тонких. Ну да, вот видите, давно уже они лежат, это серебро, естественно, его нужно почистить. Я, в общем, тут немножко переорганизовать хочу, чтобы было удобно так доставать, отреставрировать этот
бокс, потому что тут царапины есть, одна ручка такая вот потерялась. И здесь тоже огромное количество всяких половники, ложки для салата, там для этих тортиков, терка даже такая для сыра, там, например, шоколад. Там самое важное. А, открывашка даже, да. Открывашка серебряная. Это, видимо, тоже для торта, но я не понимаю, почему она такой формы и какой торт ей можно накладывать. Я даже сейчас писала свекровь, спрашивала, что для чего. Я такие не видела, в общем, штуки. Обычно пользуешься тем, что у тебя уже есть, что удобно. Вот это тоже похоже для рыбы, но что-то, что с соусом идет, чтобы это все стекало, например. И вот похоже для рыбы, да, накладывать. Это для того, чтобы сыр отрезать. Тоже для тортика. Это для того, чтобы держать окорок рождественский. И вот нож как раз, которым режет, резать. Вот этим держишь, этим режешь. Для соуса такая штучка. В общем, честно говоря, это прям... Я вот сегодня... Сейчас Ярма приехал домой. Я на все это смотрю. Я в шоке немножко от того, сколько у нас теперь столов серебра. И когда будут приходить гости, либо у нас просто, мы хотим что-то особенное поесть. Ну, в общем, когда что-то более красивое едим, чем просто нашу повседневную еду, будем доставать. 8 лет собирала, да, и на 30 лет она ему это подарила. Но она сказала, что она не дособирала, что тут нужно еще. Но мы, может быть, сами потом купим. Типа нет ложек для супа. Суп, конечно, очень редко естся, особенно если приходят гости. Как-то это даже не в традиции подавать суп. Но можно, если хочется. В общем, я прям вообще в таком восторге все это рассматриваю, все эти штучки для оливок. Видите, тоже такая ложечка. И все эти вот ножи для масла. А это маленький-маленький, может быть, для паштета. Но вот зачем вот этот уголочек у него, непонятно мне. И у этого тоже есть, кстати, уголочек. Не знаю, зачем это. И даже, кстати, пиццерезка. Для пирогов или для пиццы. В общем, просто... Я в шоке. Вот так. А это ложка, которая ложка моего мужа, которую он получил при рождении. Там сзади написано даже его время рождения, вес, рост, когда он родился. Нет. Вот. Такая вот прелесть. Я не могу. У меня, кстати, есть тоже вилка, но она не серебряная. Но вилка, она не с рождения у меня была, но там лет с 6, наверное. Надо ее от мамы забрать, тоже привезти. Пусть будет со мной. Офигенно же, просто. Просто. Вот такое приданное. Фух, а я вернулась сейчас из тренажерки. Наконец-то она начала снова на меня действовать, как обычно. Не в сон клонить, а придавать бодрости. Прям приехала сейчас такая заряженная, в машине танцевала. Сейчас приму душ и пойду. Поеду снова в магазин. Точнее, не снова в магазин, а просто снова поеду в этот раз в магазин, чтобы купить кое-что для Пасхи. Для Пасхи я хочу купить новую скатерть, такая же, которая у меня сейчас голубая, но там есть розовенькая, и она причем сейчас на огромной скидке. Надеюсь, что она лежит там и меня ждет. По крайней мере, онлайн-магазин показывает, что ждет. Вот. И еще пару зайчиков я там нашла в одном магазине, и вот думала про них, сейчас увидела у подружки в Инстаграм. И думаю, ну точно надо, раз и она тоже купила. Они такие хорошенькие, но я вам покажу, естественно. И хочу снять видео для украшения для Пасхи. У нас, кстати, этот праздник на месяц, прям раньше, да, 4 апреля у нас будет, а в России 5 мая. Так что у меня будет полно времени, чтобы смонтировать это видео и вам его вовремя выложить в этот раз. Ну все, я буду идти в душ и собираться. Ты приехал в H&M Home. Какие красивые цвета здесь. Дети. О, посмотрите на этот кувшин. И бокалы для шампанского, какие красивые.
Нашла я эту скатерть, которую я хочу, но здесь она без скидки. Стоит 399 крон, это типа 4000 рублей, а онлайн стоит 2500, в общем, 2500 рублей это я перевожу уже. Так что я закажу это онлайн. Так, что у нас тут еще есть? Все разные красивые тарелочки. Сейчас прям это очень актуально. Такие типа ручной работы. Хотя эти, наверное, не ручной работы. Все-таки. И посмотрите, вот всякие зайчики, курочки, солонки, перечницы. Но я бы предпочла, чтобы это был не вот очевидный кролик, очевидный этот цыпленок. Но может быть какая-то более обтекаемая форма, как будто бы намек. Было бы прикольнее. Желтенькая. Вот эти вот, кстати, деревянные штуки. У меня же вот такая вот подставка есть. Это обалденно просто. Очень классное качество. Прям безумно нравится. Курочки. Какая ваза красивая. Вот только я никогда не покупаю вазы с таким узким основанием, потому что у меня есть кошки, вы видели, да, которые забираются до воды через эту дырку. В общем, очень легко опрокинуть. Так что у меня выбор ваз очень ограничен. Ой, посмотрите, какие маленькие вазочки. Какая прелесть. Вот это вот тоже мне нравится. Под яйцо сюда можно соль насыпать и потом скорлупу тоже скидывать, ложечку положить. Серебряную. И есть яйцо. Но ничего этого я не буду покупать. Я взяла только скатерть и две салфетки. Но это я уже купила онлайн. Все остальное я просто посмотрю, конечно. Но покупать не буду. Все свечки. Но, честно говоря, они не пахнут долго. У меня в некоторых комнатах стояли открытые свечки, вот такие, по-моему, маленькие. Они как бы не особо давали запах, если их не зажигать. А у себя дома я не зажигаю свечи. Я как-то очень аккуратно отношусь к огню. Тем более, когда дома кошки, которые могут этот огонь на хвосте разнести. Я тут везде вижу в интерьерах вот такие вот вазы. Интересно так. Да, лучше даже не как ваза, а как этот цветочный горшок, кстати. Это прикольно. Здесь, в общем-то, все, ничего не поменялось, все то же самое. Сейчас пойду, зайду еще в один магазин, Гранит наш местный. Там тоже, может быть, что-нибудь интересное есть. Вообще хочу просто найти... О, какие классные подставки кожаные. Подносики там, куда что-то. В общем, хочу найти цветы. Маленькие, в маленьких горшочках какие-нибудь тюльпанчики, ну, в общем, луковичные. Помните этот магазин? Я как-то его показывала, называется Гранит. Так. Есть маленькие цветочки, но не луковичные. Не то, что мне нужно. Хотя вот. Какая прелесть. По-моему, так, сколько сантиметров это? По-моему, это на, вот как раз тот размер, который мне нужен. Мне нужны таких три штучки. Да. А я сейчас собираюсь чистить вот этот вот ящик нашего столового с серебра. Вот видите, это я уже немножко начала чистить пастой, но не все отошло. Буду пробовать другой метод. Они очень давно лежат, ими никто не пользовался. В общем, постелила сюда фольгу матовой стороной вверх. Насыпала соли. Сейчас закипает вода в чайнике. Сюда еще воду добавлю. Ну вот, а пока сложу все, ну может быть не все, но часть приборов. Для регистрации. Посмотрим, насколько это эффективный способ. Они все, видите, хотя они в бумажке были завернуты, вот этот вообще новый, никто не пользовался еще, но они вот окислились все. Вот тоже.
Нет, я не сильно испачканная, но все равно почищу. Видите, некоторые есть потемнения, и вот даже голубые точечки вон там, видите? Сладенький. В общем, смотрите, вытащила я все серебро. Конечно, не произошло какого-то прям чудо-чудо, но некоторые, и надо дальше чистить все эти детальки. Но очистилось довольно много. Посмотрите, все это осталось на фольге. Вон сколько грязи отпечаталось. Вот, видимо, все эти следы, вот они здесь остались. Я так понимаю, что это грязь. Но тут нам еще работать и работать. Видите, вот эти вот детальки стали, они как бы поменяли цвет, но все равно еще остались грязными. Буду смотреть, как делать. У меня есть паста специально для чистки серебра. И вот отсюда тоже чем-то выводить все это окисление. А вот эти вот штучки для сыра, они стали намного чище прям. Вот на них хорошо помогло, но их тоже все равно нужно дочищать. Вот. Ручка сильно не изменилась. Ну, а я пошла в тренажерку. Пока тут Полина убирается. А, кстати, видите, ковер другой. Вчера отправила ковер, забрали его прямо у нас из-за двери на химчистку. Ну и пока поставила тот, который у нас раньше был в спальне, потому что тот будет химчиститься аж 2 недели. Все, не быстро в Швеции. Ну а мы собираемся поехать покататься на мотоцикле. У нас на улице плюс 13, солнышко, как видите. Я надела свои новые штаны, которые пришли ко мне недавно. Посмотрите, какая я Кардашьян. Какая я Кёрви. Прям фух. Вот это бедра. Здесь потому что стоит защита. Такая специальная пена. И колени, видите, тоже такие. Сверху еще надену вот эту вот штуку защиты. Здесь она защита в локтях, плечах и на спине. Она очень узкая, поэтому под нее можно либо футболку, либо только такой тоненький свитерок, как у меня сейчас. Поэтому сверху нее, сейчас еще не так тепло, я надену толстовку. И еще сверху вот такую новую кожаную куртку, которую я купила в размере L. Она на мне смотрится как небольшой оверсайз, на самом деле, не супер огромная, когда я ее просто так одну надеваю. Но в ней комфортно, если ее надеть на вот эту защиту. Мне нужно место там, естественно, для всего этого. Ну все, мы готовы. Что, зайчик готов? Черный толстый мальчик. Почему толстый мальчик? Потому что он так называется. Толстый мальчик. Baby.
смотреть туда. Мы на самом деле приехали в такое место, где я мечтаю жить. Я точно не знаю, в каком доме еще. Но здесь такие классные места. Просто посмотрите, все дома с видом на озеро. У всех огромная территория, то есть до соседей там далеко. В общем, ну здесь, конечно, очень дорогие дома, прям очень. Но я надежды не теряю. Твой ты такой крутой. Муж? Какой ты классный, Ярма. Прям вообще... А? Прям вообще... Такой классный. Я тебя замуж вышла. Молодец какая. Такого прикольного выбрала себе. Мы вернулись домой уже после прогулки, наши замечательные на мотоцикле. Классно, так был открытый сезон для меня. У меня муж уже катался до этого, а я вот в этом году в первый раз. Прям непередаваемое ощущение, не зря мы купили, конечно, нашего мальчика. Читаю комментарии пока под моим последним видео. Тихая уборка, где я убираюсь без музыки практически. И просто там звуки шуршания. Впервые столько дизлайков у меня и впервые столько комментариев, что Настя, нет, 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 плохой формат. Ну, хорошо, больше делать этого не буду. Раз не понравилось так, с такому количеству людей, то смысла нет это делать. Вот, ну, так решила просто поэкспериментировать. Мне многие писали, на самом деле, Настя, сделайте это. Ну, может быть, я что-то не так там делаю. Может быть, нужен другой микрофон для этого или там что-нибудь еще. В следующий раз при уборке поставлю энергичную музыку. Кто не убирается, будет танцевать, а я буду своим голосом подгонять. Вот. Ну, а на этом буду с вами прощаться. До новых встреч, до новых влогов. Кстати, напишите в комментариях, на самом деле, какое бы видео вам хотелось увидеть. И если вы видите в комментариях, ставьте лайки под теми комментариями, с которыми вы согласны. Тогда я буду знать, на что мне обратить внимание. Ну, может быть, про какой формат подумать. Может быть, что-нибудь новенькое. Сколько можно убираться-то? Может быть, вам интересно, чтобы я что-то рассказала или показала. В общем, пишите. Я хочу знать, что вам интересно. Ну все. До новых встреч. Пока-пока.